В прошлой серии Толян покинул Темную долину, так и не найдя нужное снаряжение для более глубокой охотки по локациям, пришлось отправиться на болото. По пути встретил двух бюреров, которые стали сильным препятствием в прохождении. Также закончилась вся медицина, и выживание в зоне стало на порядок тяжелее. Добывать аптечки и прочее сейчас остается только на болотах. Всем приятных просмотров. Здорово всем. И мы продолжаем катать ДДР. Я встретился вот с такой вот проблемой. Снорки, которые, как всегда, любят сквозь текстуры вопросы решать. Но я так не привык. Я так не люблю, и я это не одобряю. Не уверен, что я так его ушатаю. Ушатал? Если да, то я буду очень рад. А погода лучше становится прямо на глазах. В общем, что произошло? Я с того рыбацкого хутора быренько прибежал сюда. И меня просто 33 раза по дороге, изнасиловали снорки. 33 раза я словил вылеты. Я не знаю, почему меня просто бешенство взяло, и я забил. Короче, начнем все лутать. И, пожалуй, начнем мы вон с той нычки, которая вон там. Руферим. И тут у нас что-то было. Опа, пистолет. Целый. Юсп, как раз таки. Еще один юсп. А, нет. Или чего? Вот он. Юсп на такие патроны. И юсп на такой калибр. Я не знаю, чем они будут отличаться. Но в целом больше тут ничего нет. Чисто по приколу глянем, что в трубе. Так, я не падаю вниз, уже хорошо. И по приколу говоря, ну, патроны есть для юспа. Как раз. Для как раз нового юспа. Так. Ящик. Иди сюда. Пуст. Была в доме аптечка. Ее не залутал? Нет. Вот. Меня один из снорков убил, я отгружался. Что у них было? Да, у снорков еще и ничего нет, к тому же. Спасибо большое. Тут что? Тут ничего. Что по ПМ? Убитый. Вернись. Вернись. Стой. Я тебя не разрядил. Все, уходи. Еще вспомнил про вот эту трубу. Так. Что тут? Вау! Ого! Антирады всякие. Ну как антирад? Один. Я не случайно... Ой, блин. Маска просто не маска уже. Это одно слово только осталось от нее. Ладно, пойдем дальше. Вот ее я тут больше всего, конечно, ждал. Убил? Ништяк. Мясо с нее брать. Да, у нее и нету. Не отходя совсем далеко, здесь есть люк. Пистолет такой не нужен. Пока что. Хотя стоп. Может взять. Пофиг, возьмем. Лишним тогда не будет уже. Раз у меня патронов как бы не очень много. Тут еще был сейф. Надеюсь, ТБ в нем будет лежать. Где он открывается. И в нем еще один пистолет. Ой, АПС, который убитый. Два антирада нашел на одной точке. Уже хорошо. Идем дальше. А куда дальше? На базу чистого неба там куча аптечек. Как минимум две, по-моему, есть. Надо туда идти. Совсем забыл. Надо же завалиться еще на старую церковь. Потому что там тоже есть несколько тайничков. Возможно, что-то годное выпадет. Хотя бы аптечки или антирады. Было бы вообще замечательно. Так, церковь меня очень тепло встречает на самом деле. А тут... Я хотел сказать, тут больше никого и не было. Но как всегда. Как всегда, я не угадал. Хорош. Я хорош. Вот побольше бы таких моментов, когда его спокойно получается убить. Что тут? Тут ничего. Водка нелутабельная. Сейчас стоит воспользоваться всеми навыками мойщика стекол на небоскребах. Как-нибудь туда залезть.
О, получилось. А разве не должен быть тут тайник, нет? Вот. Иронично-то как. Ну, в церкви, короче, ничего не выпало вообще. И поэтому пойду на кладбище сюда рядышком. Посмотрю. О, один крестик. Отдыхай. Один крестик, может, там что-нибудь будет. Надеюсь, хотя бы на противогаз. Конечно, размечтался, размечтался. Блин, фонит, фонит, успокойся, завязывай с этим, не надо. Так, куда сейчас податься? Да, наверное, на базу чистого неба тогда уж лучше пойти сейчас. Схаваем хлебушка, чтобы побыстрее бегал. Псиштор, вот только что недавно был выброс, теперь уже псиштормом накрывает. Блин, я надеюсь, успею добежать до базы чистого неба. Подумал, короче, куда идти. Решил все же пойти на сгоревший хутор, а потом уже на южный хутор. И по дороге предварительно что-нибудь еще поискать. Ну, ходку на болото нельзя назвать абсолютно бесполезной. Потому что я хотя бы две аптечки взял, учитывая то, что у них вообще не было. Вот одно местечко. Тут есть рюкзак. Пожалуйста. И клей. Что за пистолет? Так, не лезьте сюда. Ремнобор для пистолетов. В принципе, пойдет. По пути было вот это место. Что тут? Ничего. А таким образом, скоро и локации вообще не останется. Лутать будет нечего. А если лутать будет нечего, то и все тогда получается на этом. Это будет фейл самый эпичный. Я сомневаюсь, конечно, что утать будет нечего. Тут очень много локаций в ДДР. Там рыжий лес, например. Тут что-то было. Инструменты для калибровки. Нет, мне это не нужно. Хотя, не, посмотрю, что они делают. Ой, зачем мне автомат? А может глушитель с него содрать? Нет, не подходит. Неважно. Что он делает? ПКА. Они много весят. 2,4, да и ладно. Не нужно. Короче, слетела запись. Всех этих бомжей вынес пистолета, я потратился, короче говоря. Вот. И у бичей, собственно, мало чего полезно было. Можно с кого-нибудь антират? Нет, конечно. Нельзя. И, собственно, то, ради чего я сюда пришел, воевал и тратил время. Без комментариев. Доковылял я до этого хутора ради одного ящика. Пустого, конечно же. Туда остается идти только на южный хутор. И все, потому что я больше нычек тут не припомню. Слов нет, второй раз уже запись слетела. Я не знаю, что происходит. Я, может быть, что-то нажимаю не так. Короче, здесь есть один рюкзачок. Он, конечно же, пустой будет. Нет, не пустой. Здесь у нас ботинки, бинты, всякий такой. Опа. Брать, не брать. Пофиг. Пофигу, берем. Берем уже все. Выползаем отсюда. Я его, если так, 62, а этот клюек, сколько помогал нам? Ну, сейчас этот бронежилет тогда вычиню. Вот вроде сворачиваю игру, чекаю. Запись идет, не идет. Смотрю, все идет. Там на паузу ставлю, когда надо. И просто в какие-то моменты запись, хоп, обрывается. Ну, вас только мне не хватало. Тут что? А тут по-жирному. Но не для меня. Антирад только полезный. Что было? Плотно покрывало. Зачем мне оно? Надо выкинуть. Тут что было? Моток медной проволоки. Ладно. Короче, я на кордоне. Все же нужно поспать. И понять, откуда фонит. Ниоткуда? Ну ладно. Нужно найти костерочек ближайший. Я вообще не пойму, где. Так, где я, блин? Я не понял, куда я делся. Мне страшно. Не может быть, нашел костер. Так, теперь поспим до 8 часов. Или лучше до 7. Проснулся я. Сейчас тупо адский туманище.
Поэтому надо что-то предпринять. Надо быстрее решить, куда бы пойти, потому что все ближайшие локации я обыскал, и я немного в ступоре. Что нам делать? Ну, в первую очередь, давайте тогда с утреца поедим. Так, поел, попил. А, кстати, по поводу попить. У меня же ничего нету. У меня с собой нету воды. Печально. Ну, в общем-то, поел, антирад принял. Надо двигаться куда-то. Вынес изломом. У него по-любому есть аптечка. Конечно. Опять размечтался. Встретил очередного нашего старого друга. Да, он тоже нас рад видеть. Пришлось немножечко отгрузиться и обойти бюрера, потому что я немного не в том положении, чтобы с ним воевать. Не одно, так другое. Куда они делись? Ну и где она? Бабка сохранилась. Ну, пожалуйста. Мне весь день ждать. Походу, да. Они провоцируют специально, чтобы я сам к ним подошел. Хотя их даже не вижу. Ё-моё. Что так пугать? Может, они наверху где-то вообще? А, жгучий пух. Точно, спасибо. Под жгучим пухом надо идти на шифте. Я, кстати, помню расположение аномалии здесь. Спасибо, вылет, просто вылет. Меня еще и убило, еще и вылет. Ужас какой-то. Вот оно. Не мешай мне больше, пожалуйста. Я представляю себе всю вот эту вот ораву встретил в живом виде. Ладно, это псевдособака, вот эти бичи, эти кто? Это плоти. Но вот эти вот, ребята, меня больше всего пугают. Какое-то у меня чувство дежавю, будто это уже 30-й раз. Блин, все плохо. Все плохо. Куда идти? Что делать? Вот, чисто так, если подумать, в лабораторию мы ходить сейчас не можем. В Рыжий лес отправиться мы не можем. В Лиманск. В Лиманск тоже, наверное, не получится пройти. Но я посмотрю, как там. Но в Рыжий лес точно сейчас нельзя идти, потому что там радиация бешеная, а у меня противогаз как из жопы. Мне просто хотя бы противогаз нужно найти сейчас, чтобы какие-то локации обыскать. Вот так вот. Я знал, что без этого не обойдется. Иди сюда. Бич. Иди сюда. Давай. Вот так всегда. Вот не может быть просто все по-обыкновенному. Я вообще теперь потерялся в пространстве, забыл, куда шел и откуда. А, теперь все понятно. Тут один, вон там второй. Попробуем вынести. Вам, может быть, кажется, что я попал в ад? Или в рай? Нет. Я все так же на кордоне. Все же, я решил здесь остановиться пока что. И здесь завершить нашу серию. Потому что я пока что не пойму, куда двигаться. Я чисто для себя потом ставлю карту. Как дальше поступить. Потому что большинство локаций сейчас просто для нас будут закрыты. Из-за вот этого вот. Сейчас. Ладно, не буду ломать его до конца. От него и так почти смысла нету. Как бы есть и как бы нет. Для галочки существует. Вот. Составлю карту, куда идти. Какие тайники, где я пропустил. Вот. Потому что, ну, нужно найти хотя бы противогаз.
Я уже какую третью серию, наверное, ищу эту сраную маску. Не знаю, здесь у нас... Здесь лут падает хороший, да. Антирады, аптечки иногда. Но, блин, когда не выпадают нормальные комбезы и маски, вообще вот из этого ничего просто не выпадает. То есть один раз мне выпал, ну ладно, два раза мне выпали хорошие комбинезоны. Ну, хорошие в плане, что их можно вычинить. А все остальное кал выпадает. Либо что-то вообще там нулящее, как какие-нибудь плащи. Поэтому я думаю, что стоит сейчас завершить серию. В честь свиньи вот этой. Или это... А, это кабан. Прошу прощения. Прошу прощения, это кабан. В честь кабана и топора можно поставить лайк и подписаться. И если вам понравилось видео, конечно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.